Добро пожаловать на канал Hardress Info, это устройство Google Pixel 6 Pro. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сбросить защиту FRP, это Google Pixel 6 Pro, внимание. Самый вроде бы как защищен Android телефон, но нет. Итак, чтобы сбросить защиту FRP, на этом телефоне вам нужно сначала выбрать язык системы русский. Нажать далее. Далее. После этого подключиться к сети Wi-Fi. Нажать подключить. Идет подключение. И теперь сразу нажать назад, чтобы опять вернуться к сетям Wi-Fi, а теперь на самый главный экран. Внимание, очень важно. После каждого шага нужно где-то ждать 10-15 секунд, чтобы дать телефону подумать. Это важно, во всяком случае, только в таком случае у вас точно все получится. Итак, что теперь нужно сделать? Теперь вам нужно вставить в телефон сим-карту с пин-кодом. Если у вашей сим-карты, которая у вас сейчас есть, нет пин-кода, тогда вставьте ее в другой телефон, установите пин-код. На каждый любой Android телефон, да и iOS телефон может делать, вообще любой телефон, даже кнопочный, вроде бы, если я не ошибаюсь. Итак, берете сим-карту с пин-кодом, вставляете ее в слот и вставляете обратно в телефон. Отлично. У сим-карты есть пин-код. Теперь вписываем пин-код от сим-карты. Нажимаем «Далее». У вас открывается вот такой вот экран блокировки. Теперь берем за сообщение «Вход не выполнен» и стягиваем его таким вот вниз, таким вот образом вниз. Тут появляется кнопочка «Настроить». Нажимаем «Настроить». Мы переходим в «Настройки уведомлений». Теперь нажимаем на кнопочку «Настройки приложения». У нас здесь появляется окошко с уведомлением «Уведомление приложений». Теперь что делаем? Нажимаем на кнопочку «Самое новое» и нажимаем на пункт «Все приложения». Отлично. Теперь спускаемся вниз и находим пункт «Настройки». Вот, самое обычное меню «Настройки». Нажимаем на него. Затем нажимаем на кнопку «Настройки», а после чего нажимаем на кнопку «Открыть». Отлично, мы перешли в «Настройки приложений». Теперь спускаемся, вернее, просто в «Настройки», в «Обычные настройки». Теперь спускаемся вниз, ищем такого маленького человечка, вот «Спецвозможности». Видите, значок с человечком. Нажимаем «Спецвозможности». Теперь спускаемся вниз и нажимаем меню «Спецвозможности». Активируем его, нажимаем «Разрешить», «Окей», и видим, что у нас здесь появилась вот такая вот зелененькая штуковина. Отлично. Теперь нажимаем, вернее, возвращаемся назад. Еще раз назад. Все. Теперь что мы делаем? Теперь спускаемся вниз, ну, либо же поднимаемся вверх, в зависимости от того, где вы находитесь, и находим приложение. После этого нажимаем «Все приложения», в правом верхнем углу нажимаем на троеточие и нажимаем «Показать системный процесс». Теперь нам нужно отключить несколько приложений. Отключить и остановить. Ну, давайте спускаемся вниз до буквы N. Вот, у нас есть два приложения. Настройка устройства Android и настройка устройства Android. Сначала нажимаем на то настройка устройства Android с часами, с значком часов. Нажимаем на кнопку «Остановить», «ОК», «Отключить», «ОК». Возвращаемся назад. Теперь второе настройка устройства Android. Нажимаем «Остановить» и внимание на замочек. Замочек испарился. Но это не все, если что. Теперь возвращаемся назад. Даем телефону немного подумать. Буквально несколько секунд. И ищем сервис Google Play. Нажимаем на него. Нажимаем «Остановить», «ОК», «Отключить», «ОК». Мы отключили сервис Google Play. Теперь возвращаемся назад. И в самое начало, короче, возвращаемся. Самое-самое начало. Вот. Теперь что мы с вами делаем? Теперь нам нужно оставить телефон буквально на 20 секунд и просто его не трогаем.
Все, теперь нажимаем «Начать». Активация сети идет. Ждем пару секунд и нажимаем на кнопку «Назад». И мы попадаем в меню выбора сетей. И видим, что здесь появилась кнопка «Настройка офлайн». Видите? Появилась настройка офлайн. Что мы делаем? Мы нажимаем на нее и нажимаем на кнопочку «Далее». А теперь очень быстро нажимаем на вот эту вот кнопочку, которая у нас зелененькая. Смотрите, нажимаем на нее, быстро нажимаем «Настройки» и нажимаем «Включить сервисы Google Play». Возвращаемся назад. Все, мы сбросили защиту FRP на телефоне Samsung Galaxy. Ой, господи, Samsung Galaxy, как его? Google Pixel 6 Pro. Он просит создать другой новый пин-код. Мы пропускаем этот шаг. И все, собственно, все получилось. Объясняю, каким образом это работает. У нас были отключены сервисы Google Play, поэтому, когда мы нажимаем на вот эту вот зеленую кнопочку, которую, у нас, которую мы активировали, помните, мы ее активировали? Мы нажимаем на кнопочку «Ассистент», и у нас для того, чтобы работал ассистент, нужно, чтобы были включены сервисы Google Play. Поскольку они выключены, он говорит, что ошибка, сервисы Google Play выключены, нужно их включить. И внизу есть кнопочка «Настройка». Мы нажимаем «Настройка», у нас открывается окно включения сервиса Google Play, мы нажимаем на кнопку «Включить», возвращаемся назад, а поскольку был сбой, то оно просто пропускает этап проверки Google аккаунта, то есть защиты FRP. И то, что они говорили, что у нас тут какой-то новый чип, который отвечает за безопасность, все фигня, оно все его проходит, как вы видите. Ну, собственно, все. Системные настройки навигации. Ну, короче, неважно. Все, мы уже можем пользоваться телефоном. Для чистоты проделанной работы вам просто-напросто нужно забросить телефон через настройки. Ну, в идеале. Это не обязательно, но чтобы точно там все было хорошо, просто переходите в настройки, выбираете «Система», «Сброс настроек», «Удалить все данные», «Удалить». Все, он больше пароля у вас старого никогда не попросит, и старого Google аккаунта тоже. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч. До свидания.